Провал. Провал. Я расстроен. Я, блядь, даже ни одной песни спеть не смог. Битов нету, ничего нету. Ну, похуй, чё. Потусили. С Павликом. Улыбались, посмеялись. В принципе, как всегда. Но народ расстроен. Все убежали, блядь. Спустя 20 минут после того, как Паша вышел на сцену. Обидно, обидно, обидно. Как там губастый тортик. Хорошо, а ты с кем болтаешь? Да, вот, не знаю, с ребятками. С какими? С инстаграмчика пчела. Попку помыла? Не надо там такое говорить. А какое мне там говорить? Дай ножку. Знаешь, что я делал? Я думал, ты голенький будешь лежать, блин. А ты какой будешь лежать? А я буду лежать. Пока что одетый, а потом тоже буду. А ты какой будешь лежать? А я буду губастый лежать. Потому что губастый тортик. Конечно. Дед вообще охуел. Говорит, полный пиздец. Ты что? Нет, братан, пидор, это ты. Дед. Блядь, дед даже... А вы какие тортики? Иди сюда, а вы какие тортики? Ну, не знаю. Ну, спроси, какие они тортики. Не, я не буду. А вы какие тортики? Они маленькие тортики, еще не до конца испеченные. Да у меня охуительный дед, парни. Дед, блядь, вообще, это мировой дед. Не, братан, это не тёлка. Это мой губастый тортик. Короче, парни. Какие они книжки читают? Никакие, ёпта. Братан, это жесткая милота. Аудитория, блядь, ну, пиздец, долбоёбы, ёпта. Открестился, ёпта, ты открестился от вас, мудаков, ёпта. Внук у него красавчик, ёпта. Мне сказали, что-то случилось. Мне сказали, что я просто пораньше съебался, что Паше стало плохо, там что-то еще произошло, блядь, какая-то драка, нахуй. Что за хуйня, расскажите. Вон там пишут, какие книжки, в том-то и дело. Какие книги мы техника слушаем, красавчик. Охуенный дед, охуенный внук. Вот в том-то и дело. Ну, расскажи, так что есть. На самом деле ты книжки читаешь. Читаю книжки, только маловато, потому что... Не знаю почему. Вот женщина ругается на меня, Маня, потому что она очень много читает. Не знаю, короче, парни, что случилось с Пашком? Кто им плохо стали? Мне сказали, там что-то вызвали, блядь, скорую, что-то, блядь, к нему никого не пускали. Он бледный, какая-то пена изо рта. Какую-то хуйню, короче, лепили. Братан, а что там вывозить? Я просто взял, я расстроился. И все, я просто расстроился. Что с техником, кто знает? У него там по делу что, блядь, что с Пашей, ёпты? Мне сказали, что кто-то говорит, что он сломал руку. Кто-то говорит, что у него пена изо рта, ему скорую вызвали. Хуй знает. А какой нахуй ЗОЖ, братан, вообще, успокойся. Это для имбецилов. Ебать, ты урод, ёпта. Можешь мой хуй пососать, ёпта. Можешь покрасивее станешь, ёпта. Залупа, ёпта. Деревенщина. Братан, CP Company, если туннель относит педики. Вот, Devil Face надо покупать. Вот это нормальная вещь, ёпта. Техник сдох. Из призмы хуй найс. Парни, чё вы какую-то хуйню лепите? Какой курсил, хуил. Чё с Пашей, блядь? Что с Пашей случилось, расскажите. Кто видел? Ну, они у него были на концерте. Кто был парень на концерте? Напишите, пожалуйста, что случилось с Пашком. У него три трубы, и все три недоступны. Братан, я тебе говорю, что случилось с Пашей. Может быть, он сдох там, а ты мне говоришь, сколько я с ним знаком. Какая разница, нахуй? Давно с ним знаком. Зашквар, блядь. Фирма у меня охуенная, братан. Лежу сейчас.
трогаю половые органы своей женщины. Чуть попозже, чуть попозже пойду попью чай, дуну и лягу спать. Мудаки, что случилось с Пашком, чего порите, блядь? Что за... Какая тебе разница, что за баба, ёпта? Я же не спрашиваю тебя, что у тебя за мама, что у тебя за папа, блядь. Мне похуй, что это изменится, если ты узнаешь. Братан, а что такое за БРБ-шоу? Я не знаю. Тату-мастера посоветую тебе Леонида Старого. Либо Регину. Она бьет подешевле, но бьет быстро. Леонид Старый, блядь, мне четвертый месяц бьет, блядь, татуировку, которую Регина набил бы мне, блядь, за полтора часа. А я не общаюсь с теми, с кем он был. Плохо было, а типа плохо, что ему, типа... Тошнило, что ли, опять выручу? Лучевую кость наебнул Пашок, нихуя себе, ёпта. Я не убитый, братан, я расстроенный концертом. Ну это вот лучевая кость на ноге. А что я должен был зачитать? Подо что, скажи? Под эту залупную музыку, ёпта, из 2005 года, пам, это вообще говно ебаное, ёпта. Хуй соси ты, увижу, я тебя в рот выебу, щенок, блядь. Левую щеку, ёпта. Спасибо, парни, да я держусь, братан, все по кайфу, за Пашка я переживаю. Переживаю за Павлика. Ты как, братан, знаешь, я не мажусь. Я в слюне, как бы, я вообще ни на что не повлияет. У его мадамы тоже недоступно. Братан, ты тоже лучший, люблю тебя, целую. Ты хороший парень. Распишусь на мерч, если купишь, конечно, без проблем. Техника ДР была 1 числа. Ну, видел, братан. Короче, в пизду. В пизду, короче, ни о чем разговоры какие-то начинаются. Парни, если... А, еще одна просьба. Ну, это я нормальных людей прошу, не мудаков. Кто был на концерте или найдет где-то, может быть, в каких-то группах ссылки с фотографиями с концерта, скиньте, пожалуйста, если не трудно, в контакт ссылочку, в личку. Буду очень признателен. Давайте, целую, спокойной ночи.